21 год в колонии строгого режима. К такому наказанию суд приговорил обвиняемого в убийстве продавца магазина «Бристоль» Юлии Градусовой. Напомним, резонансное преступление было совершено 11 июня 2017 года. Рано утром в магазин на улице Куконковых вошел мужчина. Убедившись, что в помещении никого нет, кроме продавца, преступник надел на лицо медицинскую маску и напал на девушку. Сначала он разбил ее голову несколько бутылок, затем нанес многочисленные ножевые удары в область жизненно важных органов. Женщина скончалась на месте происшествия. Сейф с деньгами преступник найти не смог, поэтому похитил из кассы 6000 рублей и забрал с прилавка бутылку коньяка. Суд по совокупности преступлений назначил ему на наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда на сумму 3 миллиона рублей, а также материального ущерба на сумму около 45 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.